Салют, ребяшки! Меня по-прежнему зовут Саша, мой видеоблог. На что у нас тема хобби, так сказать. Смотрите-ка, закончил кошелечек вот такой вот, компактный, минималистичный, ну не прям чтобы минималистичный, немножко с приколдесами, скажем так, слегка сложноват, но в целом он легкий, компактный, такой а-ля летний, осенний-весенний вариант, не топорщик карман, все стандартно, все стабильно, как я люблю, все в этом духе. Что, сейчас давайте вам слегка, может быть, даже и расскажу вообще про что он и что с ним носить, куда его девать и как он вообще, что хотите. Ага. Скажем так, это карт-холдер, мини-кошелек, такой компактный вариант, кожаная кожа. Что она имеет? Габарит вот так вот, вот 11, вот так вот в районе там 7 с небольшим. Наружный карман для какого-то проездного, карты тройки, либо может быть какой-то оперативной карты, которую вы чаще всего используете, которая вам нужна, чтобы не раскрывать постоянно. Вот, внутри точно так же есть карманы под карты. Карта сюда влезает сильно больше, чем 2. Там, допустим, 4, может быть, но в этом, наверное, нет необходимости. Это увеличивает, скажем так, конечный пирог вот этой вот, вот этого карт-холдера. Он таким не нужен. Вот, раз, два карта, и, значит, один карман и второй карман на случай либо хранить какие-то карты, которые прям вообще еле-еле используемые, либо купюра сложная пополам, в моем случае это на примере тыщенки, ну и 200-рублевой монеты, купюры, да, потому что тыщенка, она чуть побольше размерами, вот, и... Получается, что вот она вот сюда вот помещается, чуть-чуть торчит, но вместе с этим при складывании оно никак не мешает, не загибается вот в эту, в какую-то сторону и так далее. То есть вот такой вот кошелечек получился. Да, у меня на этом как бы все. Ждите, в самое ближайшее время выйдет процесс создания видео с процесса создания, как я его делаю. Вот, и если интересно, что, ставьте пальцы вверх, пишите обязательно комментарии, мне будет весьма приятно почитать что-нибудь. Хейт тоже люблю, конструктивный, неконструктивный. Обязательно пишите, в общем-то, пообщаемся с вами. У меня на этом все, до свидули.